Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет необычный видосик по Мазингу. Перед началом хочу вам напомнить, что я играю на первом сервере, можете вводить мой ник при регистрации, мой ник будет в описании, и также вводите мой промокод. Пишите Кирилл Гейм капсом вместе, и при достижении 5 уровня получите 50 тысяч, при достижении 10 уровня вы получите 100 тысяч, то есть в общей сумме получите 150 тысяч. Промокод можно вводить на любом сервере Мазинг Холи Плей. Ну что ж, погнали. Итак, на странице Федичу буквально час назад появился очень интересный постик, связан он с Амазинга, а именно с Доником Деревни. Итак, давайте я вам зачитаю, в принципе, что здесь написано. Кстати, ссылка на этот пост будет в описании, поэтому голосуйте. Итак, есть идея открыть Домик Деревни пораньше, но он будет довольно-таки сырой. Скриптер и маппер у нас золото, быстро, в принципе, доработают карту с модом. Из плюсов то, что мы быстро откроемся. Насчет онлайна в деревушке париться не нужно, ибо все рядышком и все будет выглядеть живее, чем на херах с лайном 1000. Также разработка с нуля вместе с игроками гораздо полезнее, ибо мы будем всегда в курсе, чего именно нам не хватает. Из минусов то, что первое впечатление у игроков сильно приедается, и многие не готовы будут зайти вновь, например, через 2 месяца, когда все уже будет готово. Но мы так открывались ранее, вроде бы как игроки оставались с нами. Итак, вот такой вот постик, пацаны, вышел он буквально, ну да, где-то час назад, 13:03:07, и здесь проходит голосование, когда открывать сервер раньше, либо позже. То есть пораньше, либо когда все доработаете. Я проголосовал за пораньше, потому что очень хочется поиграть именно на настоящем Амазинге, не какой-то копии левой, а именно на том же самом домике в деревне, потому что я с него начинал, думаю, как и многие. Я еще на первом сервере играл, ну, когда вообще только первый сервер был, я там играл, когда онлайн был 60. И мне там очень нравилось, в принципе, и я хотел бы попробовать вновь, в принципе, поразвиваться на таком проекте с таким именно модом. Ну, а вы, в принципе, голосуйте, как вы считаете нужным, я проголосовал именно вот так вот. Ну что ж, на этом я буду заканчивать, пацаны. Пишите в комментариях, как вам такая идея. Хотели бы вы этого или не хотели бы. Если не хотите, то напишите почему. Если хотите, то просто напишите хотите. Ну что ж, на этом я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, голосуйте. Ссылка на этот пост будет в описании. Всем пока-пока.